Казахстане станет на 3 региона больше. Президент Токаев во время послания народу сегодня объявил, что границы областей будут изменены. Так, на 2 части поделят восточно-казахстанский регион. Там появится Абайская область с центром в городе Семеи. Из состава Карагандинской области выделят новую Улытаускую. Ее центр расположится в Жезказгане. А город Капшигай станет теперь центром Алматинской области. Ее тоже разделят на 2 части. Президент, кстати, предложил переименовать Капшигай в Кунаев, если поддержит население. Ну а Талдыкурган будет центром новой Жетысусской области. Продовольствие могут побить все рекорды из-за событий на Украине. Об этом предупредил Касым-Жомарт Токаев. Конфликт уже привел к резкому скачку стоимости продуктов. В этой связи президент поручил подготовиться к обеспечению продовольственной безопасности. Президент напомнил, что низкий уровень осадков может повлиять на урожай и нехватку кормов. Следует перепроверить готовность сельхозтехники, запасы семян и удобрений. А аграриев обеспечить необходимым объемом ГСМ по приемлемым ценам. События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании.